День рождения. В лесу, где живут Торк и Айрис, все животные дружат. Иногда проявления этой дружбы бывают очень смешными. Так случилось и в это весеннее утро. Просыпайся! Просыпайся, батарейка! Сегодня особенный день. Ты случайно не забыл? Сегодня очень важный день. Почему? Я буду летать. Доброе утро, Айрис. Вставай, посмотри, какое прекрасное утро. Еще слишком рано. Но ты пропустишь начало дня. Давай, просыпайся. Пора играть. Что это за шум? Это батарейка. Вы проснулись, а теперь отвечайте, почему сегодня особенный день? Я знаю. Сегодня мы планировали навестить сороконожек. Надо собираться. Нет, Айрис, не в этом дело. Да, мы пойдем за грибами, но есть еще что-то более важное. Ну тогда рассказывай скорее, а то у меня еще много дел. Сегодня мой день рождения! Вот в чем дело. С днем рождения! Пока! Я не могу поверить. Вы оба забыли о моем дне рождения? Да, но уже поздно, батарейка. Пойду к муравьям, уверен, они не забыли. Как они могли забыть? Как они могли забыть? Работаем, работаем! Привет! Вы знаете, какой сегодня день? Дай подумать. Рабочий день? Хватит думать, работай! Я хочу отдохнуть. А хочу завтракать. А вы ничего не забыли? Вы ничего не хотите мне сказать? Да, принеси нам завтрак. И апельсиновый сок. И стакан молока. Бедный Торк. Кажется, никто не помнил о дне его рождения. Муравьи тоже забыли. Я не собираюсь расстраиваться. Они всегда так заняты, думают только о работе. Пойду к Винсенту. Он-то уж точно помнит. Может, он и медленный, но память у него хорошая. К тому же он мой хороший друг. И Торк отправился на поиски Винсента. Винсент! Винсент! Ты знаешь, какой сегодня день? Ты ведь не забыл, правда? Нет, конечно, я помню, мой маленький друг. Сегодня особенный день, сегодня Хэллоуин. Все оденут карнавальные костюмы, будет весело. Да нет, сегодня же Рождество. Не глупи, сегодня не Рождество. Нет, подожди, ты прав. Сегодня, наверное... Винсент, сегодня мой день рождения. Правда? Почему ты сразу не сказал? Ничего страшного. Мне не важно, помнишь ты или нет. Сегодня я отмечаю свой день рождения и приглашаю тебя на праздник. На праздник сегодня? Но это невозможно. Мне нужно закончить уборку. И начинать нужно прямо сейчас. Мой домик может выглядеть маленьким снаружи, но внутри много работы. Нужно все вымыть, протереть, разложить вещи по местам. Ну что ж, может, никто и не помнит о моем дне рождения, но я все равно приглашу всех на вечеринку. Надо пойти и сказать всем. Торк отправился приглашать на праздник всех своих друзей. Здравствуй, бабочка. Приходи на мою вечеринку. Извини, Торк, но я вряд ли смогу. Сегодня мне нужно разослать письма. Но... Бабочки не умеют читать и писать. Да, но мы посылаем друг другу открытки, особенно с нарисованными цветами. Она просто не хочет приходить. Все происходило не так, как ожидал Торк. Ему даже стало немного грустно. Никто не помнит о моем дне рождения. Никто не хочет приходить на мой праздник. Никто не дарит мне подарки. Это самый худший день рождения в моей жизни. Я ухожу домой. С днем рождения, Торк! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения тебя!
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Talk. Happy birthday to you. Yippee! Вы помнили! You did remember. Спасибо вам! Спасибо! Вы лучшие друзья на свете! Ты думал, мы забыли? Вы подшутили надо мной. Турк увидел, как сильно любят его друзья, даже если иногда они над ним шутят.